сообщение от группировки «Защитники человечества». Они заявляют, что зерги нападут еще, но император Валериан Менгск не принимает меры для защиты населения. Генерал Дэвис поддержал императора, в то время как магистрат Грейсон заявил, что это может привести к смене... Нова, я рад, что вы живы и здоровы. Защитники доставили много проблем. Да, мне тоже. Но вместе мы сможем их остановить, пока они не положили конец Доминиону. И вашему режиму. Я не такой, как мой отец. Я служу высокой цели. Думаю, в этом мы с вами похожи. Этот корабль в вашем полном распоряжении, как и моя спецгруппа. Я рассчитываю на вашу преданность. Я с вами. Иного ответа я не ждал. Райгель, ваш специалист по технике и оружию. У него есть кое-что для вас. Нова, по нашим данным, твои воспоминания изменены, но их еще можно восстановить. Это устройство перегрузит твой нейронный ингибитор. Сам процесс не из приятных, но это поможет восстановить твою память. Потерплю. Не работает. Я вижу только город, где выросла. Но... Он разрушен, покрыт слизью. Этого я не должна помнить. Я не была там после атаки зергов. А может и была. Но что защитники человечества забыли на Тарсонисе? Хороший вопрос. Вам предстоит найти ответ на него. И вновь я вас приветствую, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, Дезертир. Поехали. Тарсонис. Так вот, что от него осталось. У нас нет времени на ностальгию. Защитники обосновались под этими руинами. Нужно попасть на их базу, избежав встречи с зергами. Понимаю, почему Валериан переложил это на меня. Для начала я укреплю периметр войсками. Они прикроют наши позиции, пока я буду на базе защитников. Тебе пригодится особое оборудование. Я как раз адаптировал прыжковые приводы для нашей техники. Да ты шутишь. Это просто невероятно. Это наука. Используй их с умом, и нас ждет победа. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас есть в экипировке. У нас появился видеодальнометр, особая оптика, встроенный триангулятор делает этот шлем незаменимым для любого снайпера. Он помогает обнаружить противника и вести бой на огромных дистанциях. Также у нас есть прыжковый ранец, и мы здесь вольны выбирать, что мы будем использовать. Естественно, здесь как бы каждому свое, да, то есть у нас так будет больше здоровья, так будет меньше здоровья, но зато будет маскировка. Ну и, естественно, мы вольны использовать любые гаджеты. Скорее всего, я буду использовать стандартную маскировку. Так, раскрывает местоположение боевых в радиусе 20. Ну, увеличивает дальность атаки, произвольно. Я думаю, что я возьму вот так. Что касается войск. Нашим войскам доступны последние военные разработки Доминиона. Выбирай. Благо есть из чего. Выбери любую единицу. Теперь выбери улучшение. Улучшение всегда можно изменить, если того требуют обстоятельства. Ну вот смотрите, у нас есть паучьи мины, это наземные мины, преследуют врагов, попавших в радиус их действия, взрываются, нанося огромный урон по области. Также мы можем прыжковые двигатели сделать, позволяет осадным танкам в лежевом режиме перемещаться в указанное место, можно использовать для преодоления каких-либо уступов. И технический модуль, это, соответственно, позволяет производить осадные танки на заводе без пристроенной лаборатории. Я думаю, что в данном случае нам нужны прыжковые двигатели. Но помни, улучшения уникальны. Две боевые единицы не могут использовать одинаковые улучшения.
Вот. Теперь гелионы. Позволяет гелионам совершать рывок, быстро сближаясь с наземными противниками. Либо суперстимулятор увеличивает скорость атаки и передвижения на 15 секунд, исполняет гелиону 60 единиц здоровья. То есть делает обратное от обычного стимулятора. Обычный стимулятор, если помните, при вкалывании давал нам минус хп, а здесь будет давать восполнение хп. Я думаю, что это будет более интересно. Что касается мародера, технический модуль позволяет обучать мародеров казарму без пристройки лаборатории. Или дает им тоже супервыживаемость. Я думаю, что все-таки первый вариант. Что касается здесь, опять-таки, головорезы либо будут иметь паучьи мины. Мы знаем, что это такое. Лазерное наведение увеличивает дальность обзора головорезов и дальность атаки на единичку. Либо супер-пупер-дупер. Ладно, сделаем наведение. Так как я минками особо не пользуюсь. У морпехов мы, соответственно, тоже можем поставить либо лазерное наведение, либо суперстимуляторы. Я думаю, что мы сделаем лазерное наведение. Собственно, это все, что меня сейчас интересовало. И я думаю, начинаем. В общем, Blizzard, как всегда, молодцы, но есть кое-что, что меня немножко напрягает. Сейчас я расскажу, что именно. Положись на меня! У подходов к укреплениям обнаружено заражение. Тебе придется расчистить его, чтобы разместить войска. Вперед! Мы не будем в безопасности, пока все солдаты не займут свои позиции. Ну так вот, по поводу чего я конкретно хочу сказать и выразиться, так сказать, что меня беспокоит, ответ очень прост. Единственная вещь, которая меня беспокоит, это, к сожалению, да. Здесь все заражено. Выглядит еще более мерзко, чем я думала. Уничтожь заражение как можно скорее. Выполняю. Ближе к делу. Ресен готов. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Завершено. Пошевеливайся. Дикие зерги тебя обнаружили. А я-то думала, я эксперт по маскировке. Так, ладно. Пока они меня не совсем обнаружили, я думаю, что я сейчас действительно буду выдвигаться потихонечку. А мне нужно будет несколько маринесов, несколько вообще ребят, чтобы захватить вот эту вот точку. Морпехи здесь раз понадобятся. Давайте попробуем сделать по поводу того, все-таки, какова что ситуация? Меня напрягает. Я тут немножко замолчал просто, извините, конечно же. Но шутка юмора то в чем, собственно говоря? Шутка юмора заключается в том, что Blizzard, как и многие другие компании, любит делать что-то веселое. И в данном случае кое-что, что меня беспокоит, это все-таки размер корабля, который прилетает. И в итоге оттуда вылезает огроменная нова, которая как бы нифига не соразмерима с всем... В принципе, что там есть. Так, давайте быстренько напоставим парочку зданий. Понял. Прокачаем наше главное здание. Так, с заражением разобрались. Теперь можно разместить тут войска. А теперь мне нужны головорезы. Быть точным, энное количество головорезов. Жду подтверждения. Ближе сейчас мы этим пойдем как раз заниматься. Но перед этим... Ну, попробуем прорваться вверх. Выполняю. Попробуем таки прорваться, сделать улучшение что-нибудь полезное. Завершено. Здесь у нас это получится. Замечу просто враг. Потому что если нет, то будет немножко обидно. Выполняю. Давай, удиви меня. Так, давайте по-бырому. Прорываемся. Уже в путь.
Повтори. Забираем с собой как можно больше народу. Боюсь, тебя ждет новая встреча с зергами. Приготовься к бою. Что ж, мы ведь здесь не на отдыхе, правда? Запускаем ядерку. Нова, я завершил подготовку ядерной ракеты. Мы проведем запуск по твоей команде. Отлично. Отлично, Райгель. Она пригодится, когда меня попробуют задавить числом. Я обо всем позабочусь. Ну или в том случае, если мне понадобится что-то сделать. Выполняю. А, морпихи, загружайтесь быстрее. Бумс. Поняла. Отлично. Первое укрепление подготовлено. Оно поможет нам выдержать атаки зергов. А по сути, мне даже там не надо особо находиться. Какова ситуация? За исключением того момента, что мне нужно починить мой гребаный бункер. Построить еще парочку. Жду подтверждения. Так, давайте начнем уже добычу. Нам нужно пару ребятов. Нам нужно также танк осадный поставить такие. Маринцы, конечно, не очень сильно помогают в сдерживании атак, но их хотя бы не могут убить. Это определенно плюс. Завершено. Определенно плюс, мои дорогие друзья, поэтому я думаю, что все хорошо. Так, давайте построим здесь тебя, послаем тебя сюда. Точнее, тебя-то мы выводим. Хреново я его вывел. Оставляем его здесь, берем ребят, оставляем. Слышу тебя хорошо. И надеемся, что новый здесь хватит. Так, теперь нам нужен танк. И нам нужно прикрытие с этой стороны тоже, в том числе. Так, кто нам здесь? Головорезы нужны 6 штучек, да? Сейчас давайте тогда как-то заниматься производством головорезиков, самую малость. Нова, я засек возле тебя грузовой корабль защитников человечества, сбитый в ходе атаки зергов. Выжившие есть? Несколько доминионских военнопленных. Им нужно помочь с эвакуацией. Я этим займусь. Так, давайте прыгнем сюда. Посмотрим, может ли... Где здесь может два танка встать? Давайте берем нашего рабочего. Замечательно. Пусть он отнесет минералы и встанет вот сюда. Великолепно. Недостаточная веспена. Некоторая проблема с головорезами. Думаю, сейчас мы ее решим. По идее, они должны добраться сюда без каких-либо препятствий. Отлично. Активность зергов нарастает сразу в нескольких ульях. Похоже, ты заварила серьезную кашу. Да, я это умею. У-у-у-у. Надеюсь, тебе не придется ее расхлебывать. Так, надо быть аккуратнее с вот этими зергами все-таки, потому что что-то мне это не нравится. Так, головорезы, прошу, прошу, мои дорогие. Так, сколько там еще головорезов надо? Недостаточно веспена. Так. Как раз вот три головореза нам еще нужно будет. Нужно будет построить танк. Либо пороги электронов пока хотя бы, потому что у меня нету особо никого, в принципе, здесь. Потому что гелитроны будут хотя бы что-то делать. Так, здесь нужна будет еще свинюшка. Так, вот два выходят. Еще один выйдет скоро. Ах вы сволочи. Пошли вон отсюда. Так, усаживаемся. Не молчи. Ну так, дорогие мои друзья, отходи. Отходи, пожалуйста. Так, вспомнил, что гелитронов нельзя сажать внутрь бункеров. Проблемка, конечно, но не сильно глобальная. Так, у нас второе здание пошло. Еще одно укрепление укомплектовано. Отлично. Так, а давайте сделаем из гелитронов машинки. Оп. Поехали. Машинки это прям качественно, классные, круто.
Так, пока мы здесь, все будет давай, хорошо. Давайте, у нас... Нам потребуется куча маринесов, конечно же. Тоже еще нам потребуется-то. Так, надо его высадить нормально. Блин. Он криво высаживается. Хотя нет, он отсюда выйти, в принципе, может. Так, здесь еще не хватает народу, да? Как раз 5 штук получается не хватает. Так, надо построить парочку полезных вещей. И сюда. Так, нет, сначала урончик, пожалуйста, потом броню. Так, вы, ребятки, сюда. Вы тоже, ребятки, сюда. Ядерка готова. Какова ситуация? Так, давайте эрочка. База атакована. Благо, сверху на нас особо не нападают. Хорошо. Это меня прям устраивает. Ай, вот это хреновенько, на самом деле. Это вот прям как-то совсем хреновенько. Отследуют за мной. Поняла. База атакована. Выполняем. Так, давайте сделаем бою здесь. Здесь, опять-таки. Нужно больше маринада. Нужно больше защитных структур. Тогда будет все намного поняла. Проще. Выдвигаюсь. Гелионы танчат. Слышимость отличная. Отлично. Ложись на меня. Сверху у нас уже особых нападений вроде быть не должно. Хотя надо будет пройти вот сюда еще. Забрать здесь медиков вместе с огнеметчиками. Сейчас мы это сделаем, но чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже, так сказать. Ладно. Положись на меня. Осторожно. На моих сканерах опять зерги. Они летят к тебе с юго-востока. Ближе к делу. Так, всех туда засунули. Окейшки. Слышу тебя хорошо. Разобрали их чуть-чуть. Отлично. Ближе, повтори. Так, давайте здесь сделаем пару танков. Слышу тебя хорошо. Так, мне нужна вот эта штука. Бамс. Давайте, Кириган. Кириган, новая, все дела. Девчата, вы должны мне помочь. Слышу тебя хорошо. Так, где у меня? Я вляпался. Кто там вляпался? Какова ситуация? Что у тебя база не так? Атакована. Выкладывай. Чего пугать? Так, на самом деле, нам действительно нужно, чтобы парочку ребят здесь что-то делало. Выкладывай. Танк на марше. Так. Куда стрелять? Так как отсюда у нас точно идет большее количество народу. Мы сделаем вот сюда с вами. Оп, разложим танк. Давайте. Пока под защитой, пока все хорошо. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Так, замечательно. Слышимость отличная. Не, замечательно, сверху танк убили. Ближе к делу. Что стряслось? Это прям вообще ни хрена не круто. Отлично. Замечательно. Какова ситуация? Так, ты я давай порадую. Вот сюда вот запрыгивай обратно. И раскладывайся. Молодец. Жду подтверждения. Так, еще кучу головорезиков. Бамс просто. И нет никого. Поняла. Слышу. Замечательно. Снова на связи. Положись на меня. Ни хрена мне не нравится, что меня убивают кучу рабочих. Куча рабочих убивает, а куча рабочих просто следует за моими ребятами. Это еще хуже, на самом деле. Поняла. Так, давайте попробуем. Выполняю. Что-то здесь сделать. На пороге. Пока как раз мы вот сюда бежим. Повтори. Улучшение. И пробуем совершено. Что сделать. Слышимость отличная. Поняла. Подсвечиваю цель. Иначе раскладываемся. Замечательно. Заходим внутрь. Разбираем здесь все. Повтори. Нова на связи. Поняла. Так, здесь три мародера нужно, да? База атакована. Так, нужно срочно вниз сюда бежать. Слышимость отличная. Отменяем здесь этих ребят и делаем три вот этих чувака.
ты можешь сюда вот прыгнуть. Да, ты можешь сюда прыгнуть, но тебе нужно для этого вертануться туда обратно. Бумс. Замечательно. Хреновенько. Какова ситуация? Терпимо, но хреновенько. Я обо всем позабочусь. Так, ладно. Нова на связи. Вы два барана. Бегите, пожалуйста, сюда. Какова ситуация? Надеюсь, вас не заденут. Особо, по крайней мере. Не надо, чтобы вас задевали. Так. Мародеры, утопите, пожалуйста. Я обо всем жду подтверждения. Мы теряем время. Замечательно. Приступим. Говори. Так. Ты пойдешь с моей армией основной. Нова на связи. О, шикарно. Еще одно укрепление готово к бою. Так, давайте строим больше народу. Строим больше народу, меньше кислороду. Больненько на самом деле. Больноватенько. Надо последнюю захватывать уже. Но ждать, когда у нас появится, соответственно, что-то полезное. Нова на связи. Да, все будет хорошо. Жду подтверждения. Так. Слышу тебя хорошо. Положись на меня. Танк на марше! Давай, удиви меня! Вроде повтори. Справился, конечно, армию мне покоцали свет. Довольно нехило, но хотя бы выжил. Слышимость отличная. Как говорится, и на том спасибо. Чего? А? База атакована. Слышу тебя хорошо. Поняла. Тут весело. Замечательно. Жду подтверждения. Чего пугай? Кому наверх? Так. Сюда на газ все-таки поставим добычу народа. Народа для народа. Так, ты иди сюда, пожалуйста. Вот, серьезно. База атакована. Бум. Впрочем, ты тоже иди вот сюда вот. Правда, уже на нижнюю часть. Какова ситуация? Так, поняла. Давайте попробуем прорваться. Попробуем прорваться. Слышимость отлично. Давай, удиви меня. Ядерная ракета готова. Жду подтверждения. Повтори. Обирашка, 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 ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какова ситуация? Положись на... Жду подтверждения. Она новенького. Слышу тебя хорошо. База атакована. Так, что-то там большие скопления идут. Положись. На меня, мать его. Слышу тебя хорошо. Кругом враги! Поняла. Уже в пути. Так. Пошли в задницу, ребята. Жду подтверждения. На свет. Слышу тебя хорошо. Поняла. Ага. Уже в пути. Пошла. Прижу нахрен тело. Отсюда, падла. Какова толстопопая ситуация? Так. Больше народу. Больше народу нужно. Слышу. Хреново как-то отлично. Там прикрывают пока что, если честно. Поняла. Ну ладно. Ближе к делу. Жду подтверждения. Выполняю. Поняла. Выбора-то особого нету. Да ладно, вы прикалываетесь, что ли? Поняла. Какова ситуация? Следуй за мной. Повтори. Тебя хорошо. Какова ситуация? Нова на связи. Вооружен и опасен. Поняла. База тебя хорошо. Атакована. Да боже ты мой, откуда вас столько все время там берется-то, ё-моё. Только на одну сторону отбежишь. Тут же сразу опять с этой. Что за ерунда творится? Выдвигаюсь. Мне надо уже реально форсить в эту сторону. Жестко причем форсить. Жду подтверждения. Какова ситуация? Отследуют за мной.
Давайте попробуем прорваться все-таки. Положись на меня. Наши КСМ атакованы. Приближаюсь. Какова ситуация? Наши КСМ атакованы. Поняла. Слышу тебя хорошо. Нова на связи. Какова ситуация? Отследуют за мной. Повтори. Так, хотя бы сколько-то я успел сделать. Сейчас надо возвращаться, потому что... Опять жопа начинается. Какова ситуация? Это вот надо снести срочно. Это наши КСМ, видите ли, атакованы же. Повтори. Бункер чините, дебилы. Наши КСМ атакованы. Я обо всем позабочусь. У-у-у. Какой кайф-то, а? Смотрите-ка. Здесь становится жарко. Сейчас рванем. Так. Высылайте подмогу. Давайте вниз по-бырому сейчас попробуем. База. Сюда вот свалить. Дарю вам мирный атом. Повтори. Немножко мирного атома, друзья. Там марики, да? Мар-мар-мар-мар-мар-марины. Мар-мар-маринад. Поняла. База атакована. Слышимость отличная. Мать вашу, давайте, ну. Выдвигаюсь. Хреновы марины, почему у вас так мало у меня? База атакована. Ближе к делу. Слышимость отличная. Ой, боже ж ты мой. Ладно. Это, конечно, база классненько. Атакована. Так, надо больше, ребят. Жду подтверждения. Поняла. Приказы будут? А то ли в году? Мар! Мар-мар-мар-мар-марина. Мар-мар-мар-мар. База атакована. Положись на меня. Не, главное, чтобы, конечно, вот эту базу часть не добили, пути. Потому что если ее добьют, будет вообще печаль. Выполняю. Положись на меня. Поняла. Уже в пути. Нова на связи. Недостаточно. РСМ готов. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Давай, удиви меня. Поняла. Повтори. Что происходит? Жесть, конечно. Самая малая жесть. А, БЮ давай. Строй тоже. Я думаю, что я сейчас попробую сейчас вот здесь вот немножко подержать. Так, положись, понятно, ни хрена. Надо вот сюда передвигаться. Так, вы здесь пополняетесь, я надеюсь, да, пополняетесь, отлично. Повтори. Пошли нафиг. Положись на меня. Пошли нафиг. Я здесь тоже позабочусь. Пошли нафиг. Уже в пути. Снизу волна крупная. Пошла нафиг. Замечательно. Пошел нафиг. Я обо всем позабочусь. Шуй. Отлично. Поняла. Выдвигаюсь. Так, надо прикрывать наших ближе ребят. Вооружен и опасен. Загружаемся. Поняла. Загружаемся. РСМ готов. Отлично. Выдвигаюсь. Можно более-менее спокойно строиться. Более-менее. Повтори. Сказал. Пожалуйста. Уже в пути. Отлично. Вооружен и опасен. Отлично. Здесь все построено. Здесь все вроде стоит. Боже. Как я давно так не веселился. РСМ готов. Что стряслось? Так, ядерка почти готова на самом деле, поэтому все хорошо. А в принципе надо было есть давно уже заказать что-то более интересное. Думаю, танки нам уже особо не пригодятся. Кругом враги! Вооружен и опасен! Выдвигаюсь. Ядерная ракета готова. Поняла. Так, ядерка готова, замечательно. Слышь,
Это значит, что у нас все будет хорошо. Кому навешать? Это за каким нам хреном? Поняла. Недостаточно энергии. Нужно. Здесь лаба, хрен его знает, но да ладно. Не помешает, лишним в любом случае не будет. Так, сверху, да? Поняла. Минус 7. Отлично. Немножко разыгрался. Принял, так сказать, к сведению. Как, что, зачем и почему. Жду подтверждения. Поняла. Слышимость отличная. Положись на меня. Интересно, кто нам там понадобится. Уже в пути. Выполняю. Ближе к тебе. А, блин, нам же еще наверх надо. Я просто. Я обо всем позабочусь. Нам же наверх надо, совсем забыл. Положись на меня. Ближе к делу. Нам нужно наверх. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Выполняю. Выдвигаюсь. Пошло, нам же вот сюда надо. Уже в пути. Поняла. Высылайте подмогу! Я нашла выживших. Они целы, невредимы и хотят помочь нам в бою. Здесь еще какие-то чертежи защитников. Пришлю их тебе. Как интересно. Уже в пути. Вижу все по-взрослому. Поняла. Ну вот как-то так. Бежим отсюда. Ближе к делу. На базе тут пока вроде бы все нормально. Мне как раз вот сюда вот надо сейчас быстренько добежать, насколько можно быстро. Тебе шмаляем. Вижу все по-взрослому. Отлично. Слышу. Какова ситуация? Вот теперь с этими вот всеми ребятами, я думаю, можно спокойно пройтись вниз. Без особой проблемы. Ближе к делу. Слышимость отличная. Ребята потанчут. А я тут повеселюсь немножко. Слышимость от... База атакована. Смерть на пороге. Тут мы ночь. Я обо всем позабочусь. Проблемка. Выдвигаюсь. Недостаточно энергии. Поняла. Ну да ладно. Наши КСМ атакованы. Здесь не такая большая проблемка. Я обо всем позабочусь. Выполняю. О, замечательно. На пороге. А так. Слышимость надо отличная. Провести головорезов. Вниз. Сюда вот. Уже в пути. И 6 штучек там потребуется. Какова ситуация? Я не думаю, что это будет сильно большая проблема. Чего я сказал тебе? Провести вниз, чуваки, вы чё? Слышу тебя хорошо. Поняла. Сейчас будем просматривать, где у нас народец, но я думаю, что скорее всего успеем. Ай, веселая миссия. Если бы я сразу там ставил больше, чем одну казарму, естественно, мне было бы проще, но это было бы не так весело. Положись на меня. База атакована. Какова ситуация? И осталось 2 головореза, получается, да? Слышу тебя хорошо. Как раз сейчас снизу идет волна. Не то, что прям сильно большая, но... достаточное для того, чтобы повеселиться. Слышимость отличная. Поняла. Ну что ж, 2 головореза. Долетайте, пожалуйста. Слышу тебя хорошо. Сверху у нас идет волна. Думаю, здесь ребята сами справятся. Слышимость отличная. Укрепление в боевой готовности. Осталось последнее. Я обо всем позабочусь. Понял. А, у меня до сих пор там нет укрепления нормального, да? Смерть на пороге.
Респеновый гейзер иссяк. А что у нас там получается нужно? Кто? А, положись один морпех, ёпрст. Повтори. О, боже ты мой. Я такой радостный, знаете, там. Ха, типа. Все сделал, оказывается, ни хрена. Я уже заждался. Меня на всех хватит. Какова ситуация? Так, давайте поставим здесь по блокаде. Полегче, конечно, стало. База атакована. Слышимость отличная. Периметр готов. Перехожу в режим тайного проникновения. Любопытно, чем они тут занимаются. Стоп, это выглядит знакомо. Да? Тут склад оружия. Вижу какой-то прототип энергетического меча. Может пригодиться. Я должен его изучить. Конечно, но сперва полевые испытания. Вот всегда бы ей поиспытывать все, так сказать, в поле. Поняла. Сканеры обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Выполняю. Слышу. О! Это что сейчас было? Здесь призрак! Сообщите командиру! Беги! Я задержу противника! Положись. Не получится. Разбиться на патрули! Не терять бдительности! Вам это не поможет, дорогие мои. О! Это что сейчас было? Эй! Кто это сделал? Даже не Поняла. Знаю. Поняла. Ты трус! Знаешь об этом? Да, а ты мертвец. Ты в курсе? Слышимость отличная. Выполняю. Хм, человек у окна. Я обо всем позабочусь. Глазеть в окно — опасная привычка. Напасть могут не только снаружи. Проблемы, не правда ли? Я обо всем позабочусь. Кто здесь? Отличная. Только Положись тени, друг мой, только тени. Выполняю. Выдвигаюсь. Уже в пути. Поняла. Ближе к делу. Поняла. Нужно использовать Ближе все свои приемы. Враг замаскирован. Отход! Слышимость отличная. Беги! Выдвигаюсь. Поняла. Не успели убежать. Выполняю. Положись на меня. Никто от не убежит от Новы. Совсем никто, друзья мои. Уже в пути. Выдвигаюсь. Ближе к делу. Положись на меня. Поняла. Ближе к делу. Так. Кто будет следующим? Я обо всем позабуду. Эй! Кто это сделал? Выполняю. Раз. Два. Три. Поняла. Толстый, куда ты бежишь? Выдвигаюсь. Правильно, Поняла. Бежать бесполезно. Уже в пути. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Ближе к Пожалуйста, Положись умирайте быстрей. Так, кажется, я кое-что нашла. Райгель, ты был прав. Это узел связи. Давай-ка послушаем. Обнаружено проникновение. Всему персоналу срочно покинуть комплекс. Он будет уничтожен. Мне кажется, это излишние меры. Нет, я понял. Наша цель превыше всего. Я завершу приготовление. Защитники эвакуируют базу. Райгель, у меня мало времени. Выясни, куда он отправился. Я обо всем позабочусь. Надо бы это проверить. Поняла. Скорее всего, впереди еще один узел связи. Мои сканеры не могут определить это точно. Мне пока и этого хватит. Уже в пути. Так, надо быть аккуратным. Положись Сильно на аккуратным. Потому что... Слышимость эти отличная. Датчики... Вижу вот, врага. Типа вот так могут делать... И это вообще ни хрена не круто. Но благо они нас периодически теряют. Мы ее потеряли. Продолжаем патрулирование. Поняла.
Оп, выполняю. Можно сделать вот так. Выдвигаюсь. И потеряться чуть-чуть. Положись на меня. Здесь призрак! Сообщите командиру! И правда ли весело, выполняю. Когда они еще на нас отвлекаются, да? Поняла. Так вот, чтобы нам сделать Выжить дальше, его. Это просто нужно покоцать вот эту пушечку. Раз, два и три. Слышимость отличная. Уже можно вот так выманивать их на себя, Положись в принципе. Можно не выманивать, разницы Уже особо не будет. Поняла. Раз, два и три. О! Это призрак, сказал бы он, но не успел. Я обо всем позабочусь. Спасательные челноки готовы. Всем покинуть комплекс. Слышимость отличная. Черт. Не успел его убить. А ребята улетают. Выполняю. Хм, может нам тоже Поняла. Улетать? Положись на меня. Ближе к делу. Я обо всем позаб... Излучатель включен. Вперед, вперед! Пси-излучатель? Где они его раздобыли? Нет времени выяснять. Скоро здесь будет полно зергов. Уже в пути. Да, я не хотел бы с ними встретиться вплотную. Уже в пути. Это еще. Удержите позиции, пока они не закончат. Я отдам приказ к отступлению. Поняла. Оу. Огнеметчики не очень-то веселые, ребята. Положись на меня. Так, ну, кажется, я понял, что здесь надо делать. Я обо всем позабочусь. Просто, так сказать, держать ребят в неведении. Ближе к делу. Так. Положись на Если все делают правильно, то они их сами скушают. Поняла. Слышимость отличная. Вижу ее. Пошли нафиг. Положись на меня. Я обо всем позабочусь. Да чтоб ее. Она скрылась. Выполняю. Выдвигаюсь. Кушайте, маленькие, кушайте, мои хорошие. Поняла. Уже в пути. Положись на меня. Ну, почти. Поняла. Вижу врага. Давайте докушивайте его. Отлично. Ближе к делу. Уже. Она просто исчезла. Выполняю. Поняла. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Поняла. Вижу врага. Ауч. Ближе к делу. Это больно вообще-то. Поняла. Ай. Выполняю. Она просто исчезла. Подкоцали бы там снайпера, было бы прям шикарно. Я обо всем позабочусь. Доедайте их зергушата, давайте. Давайте, мои хорошие. Положись на меня. Давай. Поняла. Ау! Уже в пути. Тихо. Выполняю. Все, тихо. Слышимость отличная. Фу. Поняла. Фу, зергушата. Я обо всем позабочусь. Все к челнокам! Живо! Они уходят в такой спешке. Как разумно с их стороны. Ну Положись ладно. На меня. Так, подхиливаемся. Уже в пути. Давайте здесь Подлечусь. Даже, может, Выполняю. Сохранимся, нет? Ну ладно. Ближе к делу. Тревога. В комплексе обнаружены неподконтрольные зерги. Всему персоналу явиться в пункты эвакуации. Количество зергов растет. Этот излучатель оказался очень мощным. Слышимость отличная. С помощью оглушающей гранаты я прям могу контролировать всю эту толпу. Особенно благо вырубанию танка. И это прям очень хорошо помогает. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Выполняю. Выдвигаюсь. Вырубил себе танк. Понятно. И радуйся жизни. Ну и зеркушат попутно радует. Поняла. Так, давайте, кушайте, мои хорошие. Кушайте, маленькие. Давайте, давайте, давайте. Кушайте их. Кушайте этих сволочей. Поняла. Ты мой, хороси такие. Хороси зергущата. Выполняю. Давайте дальше. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. Здесь владыка. Лучше его обойти. Райгель,
Ты не шутил. Тут повсюду зерги. Отличная. Уже в пути. Поняла. Положись на меня. Так. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Лучше это сделать поаккуратней. Поняла. Положись на меня. Тихо. Тихо, мать вашу в душу. Враг наступает. Держим оборону. Давайте, красавцы, держите оборону. Я нашел узел связи. Он должен быть неподалеку. Так вот почему тут так много охраны. Так, минус бункер. Поняла. Уже в пути. Давайте. Давайте, мои хорошие падла. Прорывайтесь потихонечку. Выдвигаюсь. Поняла. Уже в пути. Выполняю. Поняла. Я обо всем позабочусь. Мне-то, по сути, только вас уничтожить. Больше-то никого и не надо. Положись на меня. Ближе к делу. Выдвигаюсь. Поняла. Так. Как бы мне вот дальше бы пройти. Это, конечно, вопрос. Слышимость отличная. Уже в пути. Положись на меня. Я обо всем позабочусь. Вижу врага. Ближе к делу. Выполняю. Приближаюсь к цели. Я потерял контакт с целью. Выдвигаюсь. Видимо, только так. Иначе никак. Слышимость отличная. Положись на меня. Поняла. Поняла. Выполняю. Весело. Положись на меня. Ближе к делу. Как он меня заметил-то, я прям не слышимость понял. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Уже в пути. Готов. Поняла. Готов. Ближе к делу. Готов. Поняла. Медик готов, ты тоже готов. Давай. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Отлично. Прирубаю вас всех, гады. Слышимость отличная. За то, что сделали. Положись на меня. Поняла. Все, ладно. Периметр еле держится. Нова, я отзову войска по твоему приказу. Действуй. Я могу и сама отсюда выбраться. Только поймаю этого мерзавца. Ну что ж, вот и закончилась, по сути, финальная миссия этой кампании. Всем спасибо за просмотр и пока-пока, дорогие мои друзья. С вами был, как всегда, Дезертир. Удачи! План прежний. Всем командам ждать приказа к действию. Операция началась. Одни умрут, чтобы другие выжили. Нет! Цель определена. Ведется подсчет предполагаемых жертв. Райгель, я все выяснила. Защитники человечества планируют атаку зергов на мирную планету. Но зачем? Они дискредитируют Валериана. Выставят его слабым. Райгель, погибнут тысячи невинных. Их нужно остановить!